Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кошак, Енот и Чумной Доктор. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем проходить четвертую и пятую ночь. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Кошак, поздоровайся. Всем привет. Ночной режим все включите, тогда будете все видеть. Сейчас покажу, как без ночного режима. Смотрите, как вообще просто темнотища. Хоп, и все светлище. Так, 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 да, удача, лаки. Лаки босс. Тебе карму подкручивает. А, есть, о, есть, вот. Есть, есть, есть. Молодцы, ребята. Ушел. Отлично. Все в напряжении. Все внимательно слушаем и машем. Так, спокойно. Все, ладно, давайте вот так буду стоять, чтобы как раз было видно. Все таки стоят, да, смотрят? Две двери сразу. Я один как параноик тут. Бегай, бегай. А что это здесь за скин такой прикольный? А кто я? Ты кто-то. Ребята, кто знает, напишите в комментариях, как зовут этого перца. Она быстро, кстати, уходит. Вот, все, можно уже убирать. 67%. В принципе, неплохо. Все у нас получается. Давайте здесь почекаем. Спокойно. Да, если бы Серега управлял, нам жопа уже была бы. По 500 раз приходил. Просто псих какой-то. Данил Столяр пишет привет. Приветик. Так что ваше сообщение в Дискорде видно. Чик. Опа, уже Бонни опять начинает идти. Все так суетятся, как молекулы. Хотят выиграть все. Проигрывать-то не хочется. А, бежит! Бежит. Есть! Ха-ха-ха, жлоб! Стучи, стучи, стучи. Нас такое не берет. Фух, я успел. Все четенько. Так, Бонька стоит, смотрит. Оп, телепортир. Куда он пыхнулся? Нету его. Так, Фокси еще раз должен вроде бы прибежать. Ну, мы посмотрим. Но это не точно. Так, что у нас тут? Спокойненько все. Ладно, буду опять вот так стоять и смотреть. И слушать. Слышите этот звук? Mm-hmm. А, это у меня в животе. Сейчас, чика, чика, чика. Сейчас она быстро уйдет. Че Фредди не нападает? Уже должен идти. Так, полночь прожита и вроде бы успешно. 56%. Я Фредди не раз видел, но он, видимо, боится нападать. Да, он как увидел наши скины, думает, ну нафиг, отец. Ну ты видел, ну ты видел. Есть, красавчики, пацаны. Я, видите, провтыкал немножечко. Так, Чика стоит и смотрит так. Хм, сейчас я вас замочу. Чика на исходной. Да-да-да. Открываем, они долго, ребята, не стоят, так что без секунды 3 и все можно открывать. Знаете, почему боюсь? Потому что сейчас, если Фокси еще пару раз прибежит, то нам энергии не хватит. Опа. Ах ты ж лопиха, ушла. Серега, помню, нападал Чика и сразу Фредди приходил. О, есть, фух. Минус один. Ха-ха-ха. Есть. Ребята, тащим. Тащим не спеша. 4 часа. А, кто-то умер, да? Угу. Хорошо, что мы все не умираем в это время. Это было вообще печально. Так, мне кажется, еще должен Фокс прибежать. Ребята, слушаем все. Снова Чика на исход. Так. Разгоняется, да? Все спокойно. Все в Багдаде у нас четко. Но я немножко переживаю. Потому что есть всегда страх проиграть. Они резко могут как-то нестандартно прийти, и мы сольемся. Все четко? Фредди пялится. Бежит, бежит. Есть, есть, есть. Жлоб, не воруй энергию. Отлично. 37%, 4 часа. Ну, в принципе, уже 5 должно сейчас быть, да? Или нет? Да, где-то так. Где-то так, да, я понял. Где-то здесь. Слушаем, слушаем. И проходим. Как-то легко. Ну, пятая ночь будет очень жесткая, ребята, очень. Надеюсь, мы пройдем. Так, 5 часов, ребята, остался час. 30%. Вообще хорошо справились. Просто на отлично. Потому что все поставили лайки, подписались на классный канал Димас ТВ. Сразу видно. Все сработало благодаря вам. Так, слушай. Фредди вообще боится заходить. Чего Фредди не идет? Четвертая ночь. Как-то Серега нападал же, значит, он активный. Просто ржет. Для атмосферы, скорее всего. Кто так пищит, слышите? А, это здесь же пасхалка. А, да. Понял. Так, 5 часов должны затащить.
Бонни на исходной. Не успеет, мы пройдем. Ну давай, конец ночи, уже хочу. Есть. А кто там? Фредди. Там Фредди был. Красава. Фредди. Ушел. Он долго не стоит. Не, он так не нападет. Он только нападет, когда за дверью будет стоять. Есть Бонька. Бонька, Бонька. Бониссимос. Чика тоже слегка подходит. Чика слегка... Да, кстати, они вдвоем нападают. Но они не успеют, пацаны, потому что мы прошли. Осталось секунд 10 и кончится ночь. Смотрите. Ну, я думаю, я угадал, что 10 секунд. Может и нет. Ну. Давай, кончайся. Ребята, все, мы это сделали. Сейчас будет очень жесткая ночь, пятая. Надеюсь, мы ее пройдем. Е-е-е. Да, точно, енот пишет Е. Так. Давайте не будем много болтать. Будем сразу начинать. Ведь мы команда. Ух. Их. Вот сейчас будет поярче, пацаны. И Фокси будет раза три, наверное, прибегать. 4. Так, 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 слушаем. Сейчас резко будет все. Так, уже Фредди сразу проснулся. Чика тоже на исходной теперь. Вот это вы жесткие аниматроники. Главное, чтобы кто-то из нас остался живой, да? Угу. Спокойно? Думаю, если мы не успеем двери закрыть, никто не останется живой. Да, 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 по-любому должны пройти. Ребята, пишите в комментариях, пройдем мы с первого раза пятую ночь или нет? Ушел. Так, с этой стороны что у нас? Спокойненько все. Пацаны суетятся, так бегают, так, туда, сюда. Вдвоем было бы тяжелее, четвером как-то есть все-таки шанс пройти у нас с одного раза. Так, так, так. Боится нас видеть. Опа, Бонька пришел. И смотрит так в мою сторону, так, очень подозрительно. Так, ребята, давайте двое правую дверь, двое левую. Потому что сейчас мы так вчетвером подойдем до одной двери и будем смотреть. Так, так стоит. Я на правой тогда. Хорошо, я на левой. Для пятой ночи спокойно очень. Где нападения жесткие, где скримеры? Так Фредди убежал, застремался. По-любому зассал. Сразу видно. Так, я вот так буду все-таки на левую дверь смотреть внимательно. Я помню, когда выходишь сюда и... Они... Бежит. Фух, вот это вы быстрое. Стучи, стучи, мы тебя все равно не откроем. Приветик пишет, хоткил. Так, отлично. Все у нас классно. Все четко. Как-то даже радостно душа. Все-таки мы, я думаю, пройдем. Кто-то видели, ты пыхнулся? Да-да, это Чика. На Чика, Чика. Ну, мужики и мужичихи, где вы? Тут точно пятая ночь? Да, пятая, ты видишь, Найт 5. Такая. Может, обновили, и теперь оно слабее нападает? Тут я помню, что обновление-то было. Чика, привет. Здорово, Чикатило. Пока. Так, где Фокси? Все бегают, боятся. 2 часа ночи, 72%. В принципе, все шансы на прохождение у нас есть. Я уже вижу. Чика на исходной. Так, мы ее не боимся. Ну, сейчас, ладно, боюсь. Есть такое это дело. Самая бесстрашная. Угу. Самая активная из всех, получается, аниматроников. Угу, да-да-да. Битбоксим. Оба. Никого? Чика. Фух. Четвером, это если бы мы не закрыли... Ух ты! Вот так, Серега. Бежит. Ах, вот это мы успели, ребята. Видите, как компьютер нас подколол? Как бы ждал и одновременно Чика, Фредди и Фокси. Ну просто видимо, сильно. На погонах кто-то остался. Опять, смотрите, опять стоит этот Бонька. Стоит и смотрит своими глазищами. Но мы его не Фредди прозеваем. Тоже. Есть. Успели. Ушел. Отлично. Кстати, отсюда не видно, уходит он или нет. Просто не видно. Такс. Хорошо все, пацаны? Четко? Радюшкин стоит. Опять. Вижу. Я буду эту сторону чекать. Сейчас скоро опять должен прибежать Фокси. Ребята, слушаем внимательно все. 55%. Да-да-да. О, они сменились с Чикой. Что такое? Все-таки Чика проиграла. Понял.
Так прикольно, свет на нем мигает. Кто убежал? Чикай. Фредди такой злой. Привет. Ну нафиг. Пошел отсюда. Мы с тобой не дружим. Отлично. Тащим потихоньку. Здесь не видно, ушел он или нет. Не, он долго не стоит, можно сразу открывать. Они буквально 3 секундочки стоят и все. Так, 4 часа, ребята. Держим кулачки, должны пройти. Ой. Фух, я успел нажать, пацаны, ну что ж вы не чекаете ту дверь. Одному приходится. А я только отошел, и он на меня напал. Это жесть. Так, хорошо, что я все смотрю. Так, чикен на исходный. Бонька стоит, внимательно смотрит. Фредди какой-то агрессивный уже. Да, если пацаны б Серега нападал, мы бы уже слились бы. Мы бы не прошли точно. 100% говорю. Он бы нам не дал. Ушел. А че не напал? Я не понял. Стоял, стоял и ушел. Что такое? Почему? Фокси! Бежит. Не-не-не, Фокси. Фредди! Вот это да. Кто-то камеру чекает? Не, никто не чекает камеру. Я нет. А, это когда две двери закрываем и три палочки. Все, я понял. Блин, давай же 5 часов, нам не хватит энергии, если он еще раз придет. 5 часов, быстрее нападай. Ой, наступай. Так, 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 все хорошо у нас. Пацаны, переживаете? Испугались? Как всегда, у вас классное настроение. Надеюсь, это настроение на вас перейдет. И вы сейчас сидите и улыбаетесь. Я люблю так делать тоже. Просто улыбаться сидеть. Так, сейчас Бонька по-любому нападет. Опа, ушел. А почему они на раз не нападают? Так, 5 часов. Ну, должно все, должны, в принципе, пройти. Все получилось у нас. С первого раза. Раз в две ночи так быстро. Ну, вообще сильно. Кстати, ночи по 5 минут всего идут, или где-то по 7. Ну, быстро проходят. В оригинале, мне кажется, так же само. Или нет? Так, чайка сменила, Фредди. Видишь, они дежурят. Одному сложно было бы. Очень сложно, Фредди. Одному. Пришел? Ушел. Так, мне кажется, еще даже... Фокси, мне кажется, еще прибежит. Или нет? Я думаю, должен. Потому что 3 раза мало. А что надо? 6 тысяч раз прибежать. Да, 5-я же ночь. Жесткая сила. То как-то не сильно жестко, оригинале. Ой, до обновления было не так прям слабо, было жестче. Или мы уже опытный четвером просто проходим. Я помню, ребята, до обновления, помните, на стриме я не мог 5-ю ночь пройти. Реально, я так старался, но они меня так атаковали. И, видимо, разработчик, может, сбавил сложность. Они просто нас боятся, но слишком много. Да, у нас скины стрёмные, смотри. Отец, ну ты видел эти скины? Пришло! Ушло! О, я видел, как он... Ребята, мы прошли! Я очень рад, у нас получилось! Давайте посмотрим, будет 6-я ночь или нет, мне просто интересно. Ребята, эту ночь мы оставим на следующую запись. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!